всім любителям спорту! Сьогодні наш тренер Лариса Фомченко продемонструє вправи, які допоможуть покращити жіноче здоров'я. Добрий день! Добрий день! Быть женственной, здоровой, чувствовать себя хорошо и быть красивой – это совсем не трудно. Желательно только регулярность и, естественно, желание. Итак, начинаем наше занятие, соединяем плюс и минус, гармонично уравновешиваем мужское и женское внутри. Начинаем мы сегодняшнее занятие, сидя на пяточках. Пальчики стоп соединены, пяточки разведены чуть-чуть в сторону, седалищные косточки опираются на пятки. При этом копчик развернут чуть-чуть назад, спокойное дыхание. Спина прямая, без напряжения. Тело практически не привлекает внимания. Расслабленный язык, спокойно дышим. Дышим носом. Расслабляем руки вдоль корпуса. И чуть шире разводим коленки до ширины плеч. Это упражнение мы уже показывали вам с Викторией в числе дыхательных упражнений, которыми можно пользоваться каждый день. Итак, глубокий вдох носом, поднимаем таз и, подтягивая дно таза, копчик направляем вниз. Выдыхаем, опустив копчик, разворачиваем как хвостик назад. Еще раз вдох, выдох. И еще раз вдох. И выдох. Выполнять это упражнение в начале занятия желательно до 15 раз. Колени возвращаем в исходное положение на ширину таза и опускаем ладошки в пол, руки прямые, между ладошками и коленками длина корпуса, поза кошечки. На вдохе прогибаем спинку дугой вниз. На выдохе от самого копчика дугой вверх. И каким бы ни было ваше настроение, уравновесить его легко можно с помощью упражнения позы весов. Сейчас мы левую ногу выпрямляем за спиной, ягодицы на одном уровне по отношению к полу. И во время очередного вдоха правую руку выводим. Спокойно дышим. До 10 циклов дыхания. Один полный цикл дыхания – это вдох и выдох. Расслабляем после 10 циклов дыхания. Вы можете отсчитывать, начинать с 5, постепенно увеличивая. Расслабляем правую руку. Сгибаем за спиной левую ногу и, толкнув локоть назад, развернув плечо, обхватываем правой рукой лодыжку левой ноги. Теперь напряжение, все напряжение, вся ваша сила переходит в стопу левой ноги. Начинаем ее оттягивать от корпуса, от таза. Желательно находиться в этой позе столько же, сколько в предыдущей. Опускаем ладошку в исходное положение. Подъемы стоп на полу, косточки стоп соприкасаются, пяточки развернуты чуть-чуть наружу. Разворачивая корпус на плечах, толкаем таз вперед, макушку вверх. Расслабляем ягодицы, бедра,
Ладошки равномерно давят в пол, локти направляем к тазу. Ладошками оттолкнувшись от пола, подталкиваем назад седалищные кости или под ягодички. Ребра легли на бедра, расслабляем шею. Следующий короткий комплекс или часть комплекса, который мы сегодня представляем, это упражнение, производное от березки. Подходим поближе к стеночке, садимся. И сначала опускаемся на локти. Затем следим за тем, чтобы позвоночек за позвонком ложились плавно, мягко, без блоков всевозможных. Лопатки вдоль спины и пола. Опираясь на локти, еще раз приподнимаем только грудную клетку. Сдвигаем лопатки к тазу. Плечи уже, ближе к ребрам. И теперь начинаем, выставив стопы на стеночку, начинаем шагать вверх, выпрямляя ноги и поднимая максимально таз. При этом вся плоскость стопы на стеночке. Можно согнуть руки в локтях и уложить нижнюю часть туловища на ладошки. Локти поуже между собой. И теперь правую ногу выводим пальчиками за голову. Полностью отпускаем ее. Она может быть даже чуть-чуть согнутой в коленке. Подтягивая максимально дно таза вовнутрь, правая стопа давит в стену. Стоим на лопатках, затылок свободен. На лопатках и плечах. От 3 до 12 циклов дыхания. И затем без резких движений опускаем прямую левую ножку стопой в стеночку. Теперь поменяем сторону. Правая ножка. Можем ее расслабить. Все напряжение уходит в стопу левой ноги. Давим в стеночку, втягивая дно таза вовнутрь и лопатки, плечи в пол. Хорошо, разворачиваем. Опускаем руки на пяточках. Развернулись. Пятки, точечное напряжение в стеночку. Расслабляем нижнюю часть туловища. Хорошо, теперь снова втягиваем дно таза. Коленные чашечки вовнутрь. Возвращаем опору на ладошки. Оттягиваем плечевые суставы, лопатки от головы вдоль пола. И теперь с другой стороны пойдем. Правая сначала ножка. Расслабили правую ногу. Очень сильно давим стопой левой ноги в стену, всей плоскостью стопы, подтягивая дно таза вовнутрь. Хорошо, возвращаем. Левая. Хорошо. Пяточки, точечное напряжение в стенку. Развернули пальчики к коленкам. И расслабляем нижнюю часть туловища, бедра.
И можно потихонечку стекать по стеночке. Хорошо. Замечательно. Согнув ноги в коленях, бедра подтягиваем к грудной клетке, обхватив ладошками из стороны в сторону. Раскачиваемся, снимая напряжение. Через правую сторону выходим на коленки. Садимся на пяточки. Наблюдаем за тем, как тело восстанавливает ритм дыхания. Все спокойно течет. И даже ваши мысли. Снова соединяем плюс и минус. Благодарим свое тело за прекрасное взаимодействие, хорошее самочувствие. И чувствуя в себе энергию, силу для новых важных дел, выводим внимание наружу, разводим руки в стороны. Да, ездим так. Тож регулярне виконання таких вправ покращить ваш настрій та зовнішній вигляд. І если вы будете выполнять эти упражнения без насилия над собой, вы будете в хорошем настроении достаточно долго.